Газета «Астра» уходит в интернет. Сегодня читатели получат заключительный номер. Корпоративное издание абоненты телесистемы «Астра» получали еженедельно на протяжении 10 лет. О том, что сделано за эти годы и как теперь можно будет получать информацию в нашем следующем сюжете. Красивые цифры. За 10 лет газета «Астра» выпустила 500 номеров. 501-й стал заключительным. Увесистая подшивка фиксирует исторические факты – становление и развитие кабельного телевидения в Ангарске, увеличение каналов, переход на цифровое вещание. Главной задачей газеты было рассказать абонентам, как работает телесистема, почему проводятся те или иные работы, в чем преимущество новых технологий. С помощью газеты мы старались наладить обратную связь с нашими абонентами. Мы старались выяснить их пожелания, мы отвечали на их вопросы. И контент, который был в наших сетях, мы составляли именно с учетом их пожеланий. Газета тоже менялась с учетом мнений читателей. Разными за эти годы были и формат, и темы, и цвет издания. С помощью газеты ангарчане узнавали о новых каналах, подключенных районах, акциях и конкурсах для взрослых и детей. С большим энтузиазмом работали над номерами и сотрудники самой телесистемы. Выход в свет газеты «Астра» был большим событием для сотрудников телесистемы. Первый номер верстался с участием полного состава руководителей. Каждый сотрудник, или, скажем, большинство сотрудников телесистемы «Астра» вложил часть своей души в эту газету. Готовились материалы, фотографии, какие-то заметки. Проделана, конечно, очень большая работа. В сегодняшнем и предыдущем номерах газета «Астра» благодарит всех, кто был с ней рядом все эти 10 лет и называет причины завершения проекта. Первое – требование времени. Интернет стал общедоступным и получать информацию с его помощью стало легче. Вторая – финансовая. Издание и доставка еженедельника всегда были дотационными. Но у читателей всегда остается выбор. Сведения об услугах и телепрограмму для всех каналов можно получать на сайте strelatelecom.ru. Преемником традиции газеты станет и сайт actis.tv.ru. Из эфира этого канала зрители привыкли узнавать новости кабельного ТВ. Теперь это возможно не только по телевизору, но и в интернете, в любое время. С помощью сайта будут проводиться и привычные для абонентов конкурсы. Ближайший крупный розыгрыш состоится уже перед Новым годом. Мария Константинова, Дмитрий Новопашин. Местное время.